Приветствую вас, товарищи. С вами Энгрей, и пусть ваша душа станет теплее с игрой Romance of the Three Kingdoms 11 часть. Так, я видел там подрывы пиратаков по поводу того, что... наверное, слишком быстро хожу. Поэтому в этой серии я чисто экспериментально попробую ходить более медленно. Попробую вообще... свою логику, скажем так, рассказывать, как, почему я хочу сходить так, а не как, может быть, кто-то другой бы сходил. Ну, потому что, банально, вами я не являюсь. Вот у нас тут, смотрите, Ксучу. Я уже проверил его, у него интеллект. Есть, скажем так, в команде, поэтому жить голову нам ему неким. В принципе, вот хочу атаковать его... лучниками. Кто у нас пики? Нет, тогда лучше его атаковать пиками, потому что если тактика лучников с огнем удастся, а пики, хотя если пики, конечно, можно узнать, есть ли у тебя второй скилл. В принципе, у него есть второй скилл. Не знаю, что он нужен. А, не, его, кстати, будет выгодно под башню тащить. Или нет? А, я его сюда оттащу, да, башня не апнутая, поэтому далеко не стреляет. Печально. Это печально. Город горит, но пока я не вижу в этом большой проблемы. Лично я в этом не вижу. А, убей эту лусу. 93 и 100, это вообще несопоставимо. Так, ну ладно, все равно тогда, наверное, оттащу. Не знаю, как-то может быть... пытаться его на башню. Все равно, хотя вряд ли получится. Что там? Так. Бьем мы огоньком, выстрелим здесь. И получится. Это будет, я думаю, неплохо. Не думаю, что стоит кого-то еще выводить сюда. Хотя, раз уж потушить. С другой стороны, это не имеет смысла. Он кавалерия. У нас, в принципе, тоже только кавалерия. А, не, у нас есть копья. Сюда я выведу Гуампиня. Интеллект ему давать, ну, почти некого. Давайте старичка. А, нет. Тебя выдадим. Выдаю, чтобы... Хотя... если с Гуаджа заходишь, ты ему смутить голову. В принципе, в этом смысла не будет. Джан Йонге. Джан Йонге смысла для нас не будет. Но поэтому никого не буду давать. Так... но подойти и траст использовать мы не сможем, потому что, ну, он отпрыгнет на вот этого парня. Тот Кси пострадает. Поэтому, ну, лучшее, что мы можем, это раш сделать. Как по мне, опять же. Я других вариантов, если что, не вижу. Тактика не сработала. Потеряли мы прилично. Ну, в принципе, он тоже потерял. Так, тут у нас идут копья луки. И мы тут кого-то убили. Уже не помню, какой это был. Думаю, в принципе... да, еды очень мало, поэтому пока что верну своих ребят домой. В принципе, эти копья могут прийти, даже город, может быть, пинать, если он, конечно, не будет здания, потому что, ну... большие проблемы я в этом не вижу. Так, что-то переманивание. Тоже часто посылаешь не того, посылаешь не туда. У этого 94 нет смысла. В общем-то, никого нет смысла пока что. Так. Дрил, в принципе, для боев нормальный. Но тут в этом городе активно строиться надо. Хотя денег у нас не так много, как хотелось бы. Так как переманивать никого не собираюсь, то буду просто активно застраивать этот городок. Сюда побольше бы денег. Где-нибудь здесь башню построить вообще было бы замечательно. Но я вижу, что тут, в принципе, прилично нам еще. Так, ферма вторая, ферма вторая, ферма вторая. Как у меня так получилось? Ну, кажется, я понял, как так получилось. Понятно. Ну, придется снести, ничего не поделаешь. Что я тут
мне это частенько бывает, какой-то что-то не то сделал. Так, ну вот эту апнуть точно я могу, потому что рядом это здание. Так. Что-то мне нужно тут строить? Ну да, или надо. В принципе, у нас форч есть. Тейбл нам вроде пока не въелся прям. С другой стороны. 50 ходов долго. Так, тогда с этим городом покончим. Тут Симаи, но он, в принципе, не идет в атаку. А, этого так и не захватили. Матенг Лиджу уже поработил. Она что, блядь, с ним, с Матенгом воюет? Я так понимаю... Да, Матенг захватил Ван, и Любяо теперь с ним воюет. Ну, это хоть какая-то хорошая новость. Так, на нас, значит, никто не идет здесь. Так, Конронг идет с деньгами. Здесь у нас пока Лубу, но пока я не могу ничего с ним сделать. Денег не ноль. Пока ничего делать с ним не буду. Получается, потому что, ну а что мне с ним делать? У меня людей мало. Лишь можно и подкупить. Мы, наверное, сделаем. Так. Этого парня, который хорошо там покупает, с хорошим скиллом, я, наверное, сюда, да, направил. Да, Вифинг. Ну тогда пускай здесь. Здесь нам нужны люди. Нужно ли нам здесь аутфит? Пока не знаю. Так, копья 200, луки, вот кони, пики в основном, почти ничего толком нету. Так, а если мы отсюда заберем? Нужно ли нам будет здесь что-то оставлять, потому что у нас есть друг Сунце, который раньше воевал как раз вот с тем, кого мы захватили в Джанье, а теперь ни с кем, по сути, не воюет. Теперь только к нему Любяо может наведываться. Все. Ну, в сущности, да, нам нужно будет что-то оставить здесь. Луков здесь оставить можно будет точно дофига, вот остальных. Эх. Ну, давайте, ну, кони дорого. Луки, кстати, здесь лучше всего закупаются, дешевые, но... Лично я не вижу смысла их здесь закупать, куда-то переправлять. Это, во-первых, все равно долго. В любом случае, транспортники ходят. Есть, конечно, офицеры, у которых, скорее всего, есть какие-то скиллы на транспорты. Но, если честно, я вот в описании тут не вижу, чтобы были какие-то полезные скиллы. Так. Ну, выгоднее тогда, наверное, я так считаю, что пик подкупить. Мне лично пики нравятся больше здесь. Мне кажется, у них вариативности больше. Хотя, возможно, я и ошибаюсь. Потому что, в принципе, если копья трастом отбрасывают на дальнего врага, ну, не дальнего, который сзади, допустим, стоит, они тоже дополнительный урон наносят. Так что, может быть, я тут, конечно, и ошибаюсь. Но пики контрят копья, с другой стороны, но и не контрят лошадей. Тогда все-таки ладно. Раз уж я решил пики, то давай. Купим пик. Давайте. Забываю, что инспекшн нам обязательно нужно делать. Так, и денег, кстати, проверить. Он нас легко переманивает постоянно из-за того, что где-то бывает я не досмотрю, что, в принципе, увы, но случается все-таки. Постоянно мониторить тоже не могу. Вот он что к Сучу будет делать. Новый сезон, черт. А, Лю Фенг, myself. Не понял, что это было, связано с Лю Менгом. А, к нам присоединился. Гуйян это чё? Это ж не наш город. А, вот вы еще любите то, что я скипаю. Но просто проблема то, что они в любом случае будут очень долго идти. Вот они идут на Джанье. Это сбоку кажется. Окей. Да, здесь, кстати, они тоже захватили мне порт. Они идут на Джанье. Копья, пики. 6 и 7 тысяч. Неплохой отряд, что-то скажешь.
С моим нынешним, конечно, от него отбиться можно, но... При том, что на меня еще идут люди, то это будет максимально неприятно. Так, инспекшн нам тут, в принципе, не нужен, а вот аутфит... Проблема, что аутфит нам, скорее всего, бы и не помешал. Хотя... Там копья как раз идут же, да? И пики. Ну, в принципе, конница как раз по пикам неплохо. Тогда, может быть... Тогда все-таки даже не может быть, а я куплю лучше людей. Делаем инспекшн. Делаем дрель побольше. Смотрим, что у нас тут. Так, ну буду атаковать первым, конечно же, копейщиками, потому что, ну, по идее, они сильнее всего должны дамажить у нас конницу. Так, он, кстати, уже входит в зону. Если мы его оттащим, ну, если мы его оттащим, то он чего? Он, в принципе, ну, это нормально, мне кажется, да? Да. Так, мы его оттаскиваем сюда. Ну ладно, не сработало. Но все равно пока в зону заходит, значит башня по нему в конце долбанет. Ну и любеем, стрелами стреляем. Я просто хотел его поджечь, чтобы этот оттащил, и я его поджег, но ни одна тактика в любом случае не сработала. Кстати, Конронг. Кстати, Конронг может здесь оставить. С другой стороны, зачем он мне нужен? А, кстати, я тут еще этого Гуана в прошлой серии отправлял в порт, и все хотел сказать. Я его... Почему именно его? Потому что, ну, я вот тех офицеров других, которых, ну, периодически выпускаю, я же их беру, чтобы тоже они как-то качались, участвовали в боях. То есть, ну, я не вижу смысла постоянно играть исключительно за самых сильных юнитов. Ну, то есть, юнитов, генералов. То есть, я тоже их беру, чтобы они, ну, нанимаю, чтобы они что-то делали. По большей-то части. В принципе, наверное, если какой-нибудь, знаете, был бы кибер-спортсмен по этой игре. Ну, в принципе, это на самом деле он в любом случае существует. Человек, который тут много времени проводит, он так или иначе, он все равно в этой игре будет очень много добиваться, как и в любой другой. Так, ну тут 7 без него. Блин, нужен ли он здесь? Здесь у меня сидит очень хороший генерал Юджин. И кроме него, наверное, еще кто-нибудь сидит. Ну, этого интеллект неплохой. Так, кстати, почему я еще голову не кружу? Ну, потому что обычно вот, ну, против Цао-Цао что такие, к примеру, сделают? 83. Там если Лусу со своими 90 абсолютно бесполезен, то что об этом говорить? Ну, тут проблема, что может быть Любу напасть на нас. Конечно, ну, не очень высока проблема. При этом он прям сам тут лично сидит. А что у него в основном городе тогда? 6 человек, из которых только двое. Да, Цао-Цао мог бы и позволить себе что-нибудь сделать тогда. Или Цао с кем-то воюет? Нет, странно. Как-то почему у Цао так мало людей? А, Цао на меня... Хотя... Ну я уже, если что, я уже забыл, какая там предыдущая была атака, большая или нет. Память у меня дырявая крайне. Так... Вести кого-нибудь, чтобы тушить, потому что уже пожара 2. Но, с другой стороны, не хочу вводить кого-то большого, а он... Ну, тогда ладно, не будем. Тогда, чтобы не убивал, не будем. Так, все время про этот город забываю, потому что мне тут времени не хватает. Я думаю, из этого ксяпи сделать дистрикт, наверное. Пока что мне тупо времени не хватает. Здесь мне нужно самому накапливать силы, а ксяпи... По сути, мне прям заниматься не особо-то чем есть. Поэтому Конронг нам, да, пускай он сюда, я Ксяо Бея останется, раз на то пошло. Из Ксяпи я сделаю дистрикт. Так, города Ксяпи, да? Там Ксяо Пей, Ксяпи. Ну да, там Любей. Политика. Атаковать силу, ну, авто просто. Ой, не очень помню, что значит кэр. Кэр это заботиться. Неглект. Не знаю, кэр, неглект. Инженерию делать мне не надо. Исыл не знаю, что такое. Атаковать. Транспорт.
Транспорт, наверное, пока не нужен. Тут, кстати, вроде бы в прошлой версии было больше опций, но я могу ошибаться. Ладно, пока, в общем-то. Хотя закапливать. Вот, пики не надо. Луки не надо, наверное. Коней надо, не надо, даже не знаю. Сложно. Неглект, это, наверное, не, типа, не делать. Так, ну пускай эти все сидят. Вместо цифр здесь стрелочки. Конечно, странно весьма все это выглядит. Ой, черт, вашу мать, я же забыл про эту тему. Сам же сказал, что мне нужно чекать, и не чекаю. Да выдаем денег. Проверить, что у нас там, чего у нас там. Любяо, хики, юнит. Ну смотрите, он же юнит, он в 30 днях, это далеко. В принципе, вот, ну, это далеко, но он в юните, а значит, он не может условно там выйти где-то. Где он там? Кстати, реально, где он? А, тут внизу где-то война у них идет. Да, у него нет еды. Он, кстати, непонятно, он возвращается или что он делает. Кучер также, еще один парень. Если они именно идут воевать, то у них, по идее, будет еще сильнее понижаться. Кучера тоже. Кучера тоже никто не хочет. Зоушима Тенк. Она, кстати, она не в юните уже. Но эти тоже тогда не в юните, и смысла за ней отправлять вообще никого нет. Группа инспекшена. Так, давайте дриль. Давайте вот фиг что-то сделаем, может быть. Давайте коней подкупим. Так, здесь в основном мне нужно, но здесь не хватает тупо на реально очков. Не хватает мне. Так, ну, а, этот только строит. То есть, ну, я только один 6000-ный идет. Само собой, еще Сунце ко мне. Или Сунце идет строить что-то. А нет, у него 0 голды. Последим за Любяо, куда все-таки его ребята идут воевать или отступают. А не, они отступают, ну кроме одного. Один вроде бы нападает. Фушуи. Ну вот, допустим, Фушуи, про Фушуи мне говорят. Но там не было написано, что он идет кем-то воевать. Было лишь написано, что он просто, типа, этот юнит вышел, условно. Кстати, не вижу, где он. Ну, тут в основном он строит, что может. А вот он. Ну да, он строить вышел. А что про него сказали? Ну, мне это не холодно, не жарко, по большей части. И все еще идут, они захватят порт. Хотя тут, кстати, 5000 еды, да и денег есть. Надо ли кого-то направлять? Наверное, пускай еще один ход. Никого не буду направлять. Последний рекрутинг здесь, хотя... Не, последний инспект. Тут также продолжим по тактике, которая была. Траст. Если он его не убивает, то ты его добиваешь, получается. Насчет казни. Мне не хочется... еще раз хочу сказать. Мне не хочется казнить кого-то, кого я могу переманить. Я понимаю, что в каком-то мере, возможно, да, выгодно. Есть выгоды, скажем так, лишить. Но проблема в том, что у Цао Цао в любом случае дохрена людей с интеллектом. Кончина конкретно этого парня, во-первых, ничего не изменит, это раз. Во-вторых, я не смогу того же Цао Цао словно переманить. Я понимаю, что, возможно, я его вообще не смогу переманить, потому что он Матенг уничтожит и или Лубу даже, но пока в планах-то у меня есть его порабощение, скажем так. Поэтому я его с собой посажу в тюрьму пока что. Вряд ли есть смысл. Ну да, Гуаджа, он даже когда в тюрьме был, он у него не падал интеллект. Так, любим бы мне потушить, но хотя вроде бы может.
Две мы потушим, потому что, ну, зачем нам город поджаривать? Точнее, то, что он горит у нас. Сейчас пройдусь по рекрутам, потому что, ну, банально здесь мало. Мне кажется, людей. Вернемся сюда, здесь рекрутами займемся. Инспекшеном чуть-чуть. Он, кстати, по найму. Видите, у него падает, но он, в принципе, все равно скоро домой вернется, поэтому смысла нет. Юфана падает лояльность. Этот идет все еще. А у него, кстати, кстати, тут пишут, у него S ранг копий. То есть он весьма крутой. Что-то не пойму, вроде бы они... Или они не продвинулись. Допустим. Так, тут у нас денег мало, поэтому у нас тут и заниматься-то нечем. А, кстати, еще есть этот город. Может, этот город тоже сделать дистриктом? Мне реально на него времени тоже вообще не хватает. Вроде мне тут, в принципе, все равно я уже ничего не буду. Можно, конечно, башню где-нибудь здесь было построить. А так, в целом... Сделаем дрит до 90. И, возможно, надо посмотреть, кто у нас вообще тут сидит. Лучше Чинву, но потому что на самом деле это у нас и Сунце может напасть. Любяо. Поэтому мы тут хотим с вами оставить, я думаю, кого-то дельного. Да, тут сидит трое парней с интеллектом, но, в принципе, опять же, в бою с Цао Цао мне ни пользы не сыскают. В бою с Ван Лангом, в принципе, ну, тут как бы по интеллекту все намного позначительнее будет. И опять же, эти все интеллектуалы с Цао Цао мне ничего не помогут. Да, они мне помогут с Лубу, но на Лубу пока что я просто физически не могу нападать. Потому что я в любом случае хочу с Ван Лангом разобраться. С Ван Лангом я тоже не очень... Поскольку мне не хватает людей. В принципе, тогда мы заканчиваем здесь. Делать Симей не могу понять. Он просто ремонтирует башню. Умирает, видимо, его люди от голода. Пау Гуанду просрал. А давайте посмотрим все-таки, что эти ребята делают. Заканчивая ход. Да, они идут. Правильно. Тогда на этот ход мы сюда перемещаем. Перемещаем же, да, пока еще можем переместить. Вот тебя, допустим. Generation. Map. Да. Так, Жухуан. Лек 73. Ну, его, по идее, короче, простого, на такой сложности, конечно. Хотя. Вот тот же вариант, нужно ли мне того, кто кружит голову, выпускать в каком-то определенном юните? Мне кажется, что нет. Дам ему 2600. Зачем? Ну, затем, чтобы... Если у него не получится, чтобы его прям сразу не уничтожили. Скажем так. Да, удалось. Кстати, я забыл тут, что можно щекать на предметы какие-то, скиллы и так далее. Скилл. У него просто одна копия. В общем, его и... Компьютер идеально. Такс. Я отходил, вернулся. Так, что у нас тут вообще на повестке дня? Так, атака Сунце. Здесь мы... я уже не помню. Вроде кого-то ж направил, да? Вроде кого-то направил. Этого мы смутили, он копейщик у нас. Значит, пока есть время... Выпустим пики коней. Как пока он смущен, посвебить его можно кем угодно. Жанкфей как раз у нас пики. Хотя, в принципе, с чем он смущенный. Потому что не обязательно Жан... Кстати, у нас тут вообще мощный ряд. И я, ну, в принципе, подкачаться было бы неплохо. Пики у него как раз S. Выбраны, да. Поэтому пускай, в принципе, Виян. Не дойдет, да? Да. Ну, вейт.
И кто-то на конях. В принципе, пускай Линца. Хотя, если мы выпустим Гуан Юя как командиром, а Линцао, я думаю, уж, скажем так, в своем профиле-то будет отмечаться, что он помог. Пускай к ним ездить, не знаю, Ян Ю. Лиу Пи сходит тоже. Но считаю, что как бы то, что они будут сражаться, это все-таки, скажем так, тут же это как называется система, дела, что-то вроде опыта, да? Это будет им зачитываться, скажем так. И у них тоже есть возможность как и скиллы повысить свои. Ну, вот эти вот, в частности, там, кавалерия, там, А, там, Б, как я понимаю, не могут это по идее повысить. Ну и обычные стату, само собой, не тут могут. Поэтому я вот хочу, допустим, вот их сейчас отправить, потому что здесь, ну, бой будет несерьезным, никто к нам больше не идет. И честно, блин, если бы не Сунце, мы могли бы уже этот город захватить. А, точно, я же забыл. Здесь зато у нас 60, хотя, конечно, ничего серьезного там не будет. Ну, может быть, я вот думаю, этого, хотя у нас Сунце нет. Пока мы подкрепление не приведем, даже думать нет смысла. Так. Валерий у нас доходит. И, в общем-то, применяет свои скиллы, все дела. Так, у нас тут Цао-Цао никого нет. И Цао-Цао сейчас, походу, ослабел. Поэтому давайте все сюда заходим. Чинить не надо, тушить тоже ничего уже не надо. Хорошо. Так, у нас 6000. В принципе, у нас 6000, мы можем немного рекрутов прикупить. Они тоже покупают за довольно-таки неплохо. Так, сюда вернемся. Сколько вообще, хочу посмотреть, с этим челом закупка идет? Сколько? 3555. Ну, он лучше, само собой, но не сказал бы, что разница какая-то титаническая. Кстати. Блин, все забываю реварды проверять. 96, это, кстати, мало. Поэтому давайте им выдадим. Так, вернемся сюда. Как у нас тут дела? У нас дела нормально, на самом деле. Делаем рейк. Он сюда делает эту тактику. Мне кажется, что чем больше очков, тем значит... Это по идее, ну как лично мне, вот, кстати, я был прав. ИПИ участвует, он повышает, ну хотя бы статы повышает, его вар стал побольше. Ну, здесь у нас чисто мечи, поэтому пускай бьют. В принципе, кстати, что у нас тут по еде? 1 к 4, тут чего? 1 к 5, ну 1 к 5 это тоже неплохо. Так, тут. 1 к 6, вот здесь, кстати... Хороший вариант закупить еды. Тут, в принципе, 128. Ой, да, 128 тысяч. Поэтому немножко еды хочу все-таки купить. Почему? А, Лесу я сюда направлял. Вначале думал, что он... пользу него. Так, ну хотя бы 140, что было. Отлично, дальше рекрутов. Что, ну, на всякий случай, вдруг дальше будет нападение от Лубу, от Цао. До этого меня активно пинали со всех сторон. 10 тысяча. Я иногда направляю в транспортниках, потому что, ну, не знаю, почему-то мне так кажется быстрее. Может, я и ошибаюсь, конечно. Джангду, посядешь. 70 тысяч. В принципе, на следующий ход, я думаю, можно уже отправлять людей. Точнее, какого-то одного офицера. Так, что у нас тут? Ну, у нас тут все, в принципе, нормально. А, мы тут уже и походили. Мы тут, в принципе, уже и походили. Дриль нужен вам? Да не особо. Нет свободных офицеров. Нет, а эти... Точнее, Юфан. Он только вон, у него мораль падает, но падает довольно незначительно. Так, что у нас, кстати, тут?
Ну, смотрите, деньги они тратят, правда, на что непонятно. По 13, 6, 3. Не сказал бы, что вижу, на что они прямо тратят. Может быть, там что-то есть, но просто именно я не вижу, если что. Я вот не вижу. Нужен дриль. Ну, кстати, дриль не повредит нам тут. 88 тысяч. Чего? А кто? Да Сун Цэ здесь сражался? Я просто не следил за этим. Не видел, что тут 1500. А-а-а, господи, это цвет просто. Он сражается с ним. Ну, короче, ему хана тут, любя уже. Или нет? А, нет. Вида. Нет. Хотя 1800. Не, наверное, не сможет. Давайте посмотрим. Ну да, он 1800, навряд ли есть шансы. Так, Ванланд Юфана хочет вернуть. Ну, как обычно, я буду слишком падок на деньги, потому что их мне вот определенно не хватает. А уже народу я достаточно нанял, поэтому Юфан. Прорвается домой, да Юфан, я не считаю его проблемой какой-то. Ну да, видите, он все равно пытается прорваться, хотя этот парень, да, он захватил. Он захватил. Так, этот очнулся, поэтому на него дальше конфуз. Ну, конфуз не сработал. Кстати, наш сильнейший офицер. Можем еще кого-то вывести, конечно. По интеллекту у нас найдется кто-то. На, Люшун. Тоже довольно мощный такой парень. Работало. Ну и дальше я буду по старой схеме его пинать всем, чем что у меня есть. Так, эти плывут. А, так они... Вот смотрите, мне же писали, что на Джианье. Походу будут нападать они... Даже не походу, они будут нападать наверх. А написали по поводу Джианье. Ну и, как говорится... Это писанина, она тоже неточная получается. Так, транспортник сюда. Ну, если они сюда пойдут, то бишь мне самому транспорт нужно отправлять тоже уже сейчас, наверное, чтобы, во-первых, хотя, если транспорт отправлять, то, возможно, вот с этим. А. Люди мне тут толком не нужны. Не нужно забирать, точнее, их. Минуточку. Почему транспорт вот так вот именно выглядит? А, этот порт считается вот этим. Я типа перевел его в дистрикт. Серьезно? Конечно, мододел, который английскую версию, он тут наделал делов. По мне. Так, мы можем отсюда мув или нам запрещено? Нет, не запрещено. Если хотя давайте пока не будем этот ход. Можем, кстати, апгрейдить. Тут маркет. И новый построим на его месте. Так, не будем тогда пока этот ход. Посмотрим все-таки, куда я нападаю войска Сун Цэ. Так, вот фиг. Ну давайте пик еще туда закупим. Так, ну кого-то туда нужно все равно направить, наверное. Но уже на следующий тогда, да, на следующий. Так, реварды нам не нужны. Точнее, не некого. У нас, в принципе, все в порядке. Тут у нас
можно много чем заняться, наверное, в первую очередь. Продолжу нанимать людей. 900. Неплохо деньги на самом деле жрут, парни. Так, посмотрим, куда будут эти передвигаться. Ну как бы, если не на Джан-Е, то мне кажется, это выглядит очень странным. Их желание. Тебя оставим. Так, кому дать славу за убийство? Давайте Вейяну, потому что, ну... Мне кажется, Варму посильнее можно. Так, Жукуана мы захватили. В тюрьму. Тут же никого, ну, нам не сообщали, поэтому, значит, никого нет. Да и по карте я не вижу точечек. Врагов, поэтому... Так. Так, Шоучу нам нужно кого-то переместить. Кого-то, возможно, с Варом. Не думаю, что нужно... Хотя там Сунце идет, вот в чем прикол. Но я просто не понимаю, да, будет ли он все-таки именно нападать на город? Или все-таки он хочет, вот, знаете, вот... как-то по круговой напасть. Но это выглядит как-то глуповато, если честно. А, да, теперь этот, типа, принадлежит дистрикту и сидит здесь. Нормально. Тронуть его я не могу. Ох, это, конечно, интересная тема. Так, Лиян. Так, у тебя Вар хорош. Ну, в принципе, у всех, кто остался, Вар хорош. Давайте Межу, потому что... Хотя Вейфенг нам тут нужен разве уже? Ну, ладно, пускай Вейфенг остается, потому что деньги еще есть, значит, мы можем еще здесь подкупить. Такс. Жаль, конечно, вот эта вот фигня. 14. Так, почему это прибавить на лишь 2? А это на лишь 3. 1. 2. Один, девять. 8. 7. Это 1-0. Ладно, все равно это муторная тьма. Так, надо еще раз туда перепроверить. Перепроверить. Что у нас? Ну, у нас пики Вейян. И кони. В принципе, копии сюда пригнать неплохо было бы. Кони вроде... О. Лошади у нас есть. Джиггернаут у нас, в принципе, один есть. Не знаю, хватит ли нам одного. В принципе, можем... А, ну тут башня Джиггернаута здесь нет. Башня. Так, в принципе... Это ж мой бой. А, не так открываю. А, все-таки кого-кого. Ну, ладно, луки. Перевозим будем. Давайте. Ладно, копья все. Ладно, все. Немножко пик. Пищенку перевезем. Касательно луков. Луков. 56 возьмем. Лошадей, наверное, не будем. Шип нет тоже. Трупс. Трупс один из самых важных показателей. 1030, наверное, возьму. Даже 35. В принципе, 40 останется, это нормально, хотя может сразу с ракет. Голды где-то тысячоночку возьму лишь. Ну и еды возьму 1070. Где-то так.
кого я хотел, межу. В принципе, он здесь. Ну, хотя интеллект у него хороший, по сравнению с Фенгом. Ну, да я, в принципе, дальше могу закупать, наверное, людей. Поэтому межу. Пускай. Пускай плывет. Так. Нормально пока что вроде как. Пока инспекшн просто займемся. Ну и как раз закупим, что у нас. Копия мы забрали, давайте копим. В принципе, этот парень и тут довольно неплох. Интеллект как раз нужен. Правда, интеллект, конечно, у нас маленький. По ребятам остался. Так, что еще могу построить? Трибунал, в принципе, наверное, могу или что? А, фарм армию, кстати. Вот. Это давайте построим обязательно. С того, что осталось трибунал, почему бы и нет. Хотя, нужен ли нам здесь уже будет трибунал? Я не уверен. Фермы, мне кажется, будут нужны всегда. Так, еще какое-нибудь здание построить. Насчет дриллинга не уверен. Big Market. Income equaled Big Markets. А вот долго строить. Пока у нас не те ребятки, которые хорошо бы этим занялись. Давайте тогда дриль пока сделаем. В принципе, все неплохо. Проверим реварды тогда здесь. Дадим этим двоим. Здесь проверим что? Здесь проверим. Тогда просто наймем людей, ничего не проверим. Хрено, что Хан Цонга теперь не могу никак ничего с ним сделать. Этим я получается тоже, ну да, вообще. Не переслать ни ничего. Мы наблюдаем тогда за Сун Цэ, я думаю. Понять, что он все-таки. Да, серьезно, он все-таки сюда пойдет, но он боялся сразиться за форт. И мать. Но у Межи все равно большой отряд. Давайте сейчас посмотрим, что у него здесь. Жоу интеллект. Ну тут видите, кружить голову навряд ли ему получится. Вот у этого шансы есть, но когда на такой сложности, в принципе, также есть шансы, что не получится. Кстати, можно апгрейднуть. Здесь второй маркет только строится. Так, здесь у нас чего? Ферма. Вот так вот сделаем. Установим пока фермы, наверное. Надеюсь, он не едет, чтобы ломать. Где он может, в принципе, зайти-то? Ну, здесь ближайшие места зайти-то он, по идее-то, и не сможет. Так, сколько? 1300 остается. Так, дриль. Тут хочу проверить, что у нас тут. Коней. Значит, коней закупим. 600 есть. Тут дальше инспекшн. По найму ничего интересного нет? Нет. Тогда давайте здесь сделаем пока дриль. Ну и 30 очков я тогда, наверное, оставлю, может быть, даже. Здесь дриль я делал, кстати, нет. Давай здесь дриль. Еще дриль сделаем. Ну да, они просто максимально странно плывут. А вот где вход. Хм.
Ничего дельного не могу, только вот это построить, а это я чем-то дельным тут не вижу, чтобы было. А, так, что у нас тут 1300, да? Дальше давайте дриль. В принципе, тоже дриль. Так, тут мы, в принципе, людей закупаем. 50 тысяч норм. Возможно, теперь поостановимся, посмотрим, что там можно будет купить из экипировки. Кстати, что тут у нас? А тут мы копья. Мы по чуть-чуть копья закупаем. Я, конечно, никого отсюда толком не пересылаю, потому что, ну, все равно мне не... Считаю, что в этом... Не хочу их туда-сюда гонять. Мне, в принципе, нужно будет разделаться с Сунце теперь, получается. И уже я займусь ванлангом. В целом, мне просто в городах людей-то хватает. Ну, то бишь, ну, достаточно, я считаю, их. Big Market, что ли, построить. Так, ну, в принципе, хотя это интеллектуалы такие у нас здесь основные. Нет, не основные. Ну, давайте попробуем. Вроде ни разу не строил это здание. Тут у нас кончились, тут у нас 5. Это по аутфиту, по аутфиту. Давайте лук, луки закуп. Нет, пики, пики. Пики нам точно не помешают. Ну да, он просто очень странный выбрал путь, я его понял. Я тебя понял. Ну, в общем-то, вроде как более-менее пока все получается. Решил сделать огонь, потому что почему бы и нет. Вдруг они смогут как-то очень быстро рвануть ко мне. Конечно, маловероятно, но а вдруг. Так, что у нас тут 900? Так, давайте проверим реварды. Нет, ревардов не надо, вроде. Ну, вроде как и. У нас постоянно люди отсутствуют. Ну, не очень понимаю, чем они занимаются. Вроде же я никуда их и не направлял. Тут великая война идет. Ну, по сути, можно было бы и мне захватить, но. С другой стороны, тут Матенг. И мне же придется это с другой стороны удерживать. А тут мне еще и Любяо может постучать по лицу. Хотя, как выяснилось, Любяо решил на низ пойти и тоже с Матенгом подраться. С другой стороны, я мог бы... Ну, в принципе, я, скорее всего, проворонил момент. 2000 уже точно достанутся Матенгу. Не успею ничего сделать, да и что-то у меня реально здесь почему-то четверо. Видимо, я послал что-то их делать. Просто уже забыл опять же что. Так, тут у нас есть деньги. В принципе, мы могли бы попробовать, как вы любите, перч. На это нужно... АП хватает. Да. Может быть, я что-то уже изучаю, просто опять же, долго я подзабыл. Так, что, теперь вот как раз мы купим лучников. Нормально. Так, тут мы купим чего? Копий. Тоже неплохо. В целом. В целом неплохо. Так, тут я поищу... Денег, так как их пока что мало. Ну и пока я просто не вижу, чем особо заниматься. За 5000 коней. Ой, пока мне прям не сказать, чтобы они были нужны. Ну, точнее, увеличивать их численность. Здесь что-то. Ну, тут тоже 7000, в принципе. Да и денег здесь уже тоже поменьше стало. Тут лучше дриль сделаем, кстати. Здесь тоже. Здесь мы уже делали, поэтому давайте дальше здесь. Мог же не только деньги найти офицера, скорее всего, ну,
это вообще маловероятно, но предмет какой-нибудь в частности. Так, новый сезон. Новый сезон. А, мне сужить хочет. Сушу. Bill of Simahui, Master of... Ну, хороший, в общем, еще один достался хороший интеллектуал. Конечно, нашим основным мы его не можем сделать. Я так понимаю, будет чисто в Рунане сидеть, да? Или нет? Тайшицы опять на Джианьи нападать будут. Не, он просто, видимо, в Рунане, не знаю, родился. Я типа его родина, дом точнее. Тайшицы, пики, интеллектуал, ну здесь Пан Жанг. Не, это Жанг Жао. Он как бы далеко, опять же. Мне, конечно, об этом сообщили, но он слишком далеко, чтобы... А, он здесь 6 тысяч просто в никуда еще плюс слил. Красоте, конечно. Так, межу сюда. Вернешься в Шоучун. Тут людей, в принципе, 21, думаю, нормально. Немножко вот этим займемся. Так, лошадьми у нас тут все окей. Давайте немного пик закупим. Точно десятка была. Так, здесь инспекшн сделаем. По поводу аутфита что-то надо бы посмотреть тоже, мне кажется. Давайте лошадей, потому что они просто более... Да, луки у нас тут 9000, так. Давайте лошадей подкупим. Ну, эти пускай идут, не вижу смысла на них сейчас прям отвлекаться. Так, тут, кстати, тоже можно подзакупиться немного людьми, я думаю. Ах, блин, точно, ё-моё, новый же сезон. Как обычно, обшибаюсь. Ну и рамки. Ну да, я что-то, походу, изучал. Совершенно не понял, что мне написали. Моих познаний в английском для этого не хватило. Кто-то про Жоу Канга. Может быть, поймали кого-то. Призонер. Да, 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 так и есть. Видимо, он хотел что-то сделать. Весьма тупо, конечно, его поймали. Сказать. У нас тут только Жухуан, в принципе, у него пока высокая мораль. Как понимаю, это вот этот вот, да? Ну, тут как бы уже ему хана. Но, кстати, он у нас останется, можно будет попробовать его переманить тогда. Так, проблема, что он, конечно, может напасть на мои вот эти вот вещи все. Там я уже не раз их терял, поэтому не хочу. Еще раз, так, что у нас еще раз? Убедимся, пики, копья. Сперва, наверное, выводим кого-то конем. Давай, пускай лучником выйдет. С интеллектом это у нас Канзе, конечно же. Будем конфузить. Да, там вроде бы так. Чимпуж. А, Жую. Ну тогда здесь только шанс конфузить есть у нас. Ну, как видите, он и не удался. Будем еще кого-то. Сколько у нас лучников? 1500 осталось. Не будем луки тратить. Лучники пускай. Какой-то отряд мечников выйдет. Люшун на этот раз. Так, отсюда ты... Тебе хватит? Так. Можно я, как обычно, что-то не посмотрел? А, у Чинпу может быть скилл. Но у него только для рекрутов скилл. Желтай. Он морской офицер. Возможно, какие-то у них предметы есть у двоих. В этом вроде нет. Если не ошибаюсь, предметы же вроде здесь показываются. Я могу, конечно, ошибаться.
Тис. Тайс. Ну, значит, просто банальные неудачи. Ну, тогда все. У вас основные интеллектуалы. Ну, уже 8... Не знаю, 87 есть смысл владеть. Просто если сюда его подбьёт... Хотя можно сюда подвести, наверное. Ну, может быть, я что-то не доглядел, опять же. Вроде как я чекал его. Скилл его. Тут ничего нету. Не, ну, видимо, просто не прокает неудачи и все. Так, копья. Кто у нас на копья? Ну, тут уже... так как тут уже враги весомые, поэтому, в принципе, я увожу тебя и кого-нибудь с интеллектом тебе закинем. Уже как раз пускай будет. А он мне все-таки не доходит. Ну, видите, я ошибся, получается. Надо было сразу уводить именно воинов. Почему-то вот эти вот мечники могли сюда дойти, а копейщик не может. А если его меньше сделать, отряд? Влияет это, нет? А, то бишь, мечники, видимо, сами по себе дальше ходят. Теперь окей, допустим, я это понял. Лучше мне этого, конечно, не будет. Да. Так, ну следующий отряд-то пикейщики тогда. Тут у нас Гуан пойдет, я думаю. Да, пики у него S. В принципе, Вияна тоже пикейс. Блин, что-то Вияна, я не туда смотрел вар. У него вар-то 96, ё-моё. Ну давайте пускай с ним Линг Цао сходит тоже. Да. Опыта. Ну да, тут, как мы видим, я прям... так себе. Почему-то все эти могли сюда зайти. А если вам лучников дам, вы сможете сюда зайти? Нет. Значит, видимо, свои все-таки тоже блокирующим отрядом. Ну, в общем, блок. Блок. В общем, ошибка. Ошибка. Ну, поделать жопу, будут у вас, ребята, гореть. Но я уже с этим ничего не сделала. Я думал, что мои смогут за спиной к ним пройти, если что. Так. Нужно ли мне еще конницу выводить, вопрос? В принципе, против пикейщиков ее можно вывести спокойно. Тебя взять и, допустим, кто еще по кавалерии? Жанг Ин. А, это, кстати, шанс, я так понимаю, Ин Жанг Фея. Б. И в Б вот Лил Пин пускай тоже выйдет. Ну, кавалерия может, это не удивляет меня. В принципе, пускай она против пикейщиков. Не сработало. Наши тут ребята будут страдать. Вы, наверное, не хотите на это посмотреть. Камеру не буду отходить, чтобы у вас жопа еще сильнее горела. Чтоб вы это сказать там... кипели, сидели. Так. Пожалуй, наверное, еще кавалерию закуплю. Делаю инспекшн. Блин, я опять забываю про реварды. В принципе, они... Не, ну сейчас они нормальные. Кстати. В целом, как раз 99 остались. Так. Смотрим, как нас будут насиловать за наши ошибки молодости. Я думал, на конницу нападет. Чё? А вот про это мне вроде бы не говорили. Я не видел. Возможно... А, это возможно было аж в прошлой серии. Блин. Но это даже не стал дефать. Тоже. Бывает, бывает. Так, что касательно тебя, наконец-то можно тебя отвести в сторону. Мы все равно попробуем, давайте сконфузить, вдруг получится. Само собой, вероятность, что прям тут что-то получится, мала. Это убегает, не знаю почему. В общем-то, не устраивает. Ну да, шансов, как видите, нет. У нас кто вообще, копья, да? Его сильнейшим бьют, а потому что, ну, думаю, это норм.
принципе, копья на копья, думаю, нормально должны. Давайте его откинем, а солнце подальше откидывает. Он на две клетки. Так, отлично. Не знаю, пытаться ли его, а фейк это вроде бы, чтобы он отошел, да? Но фейк, наверное, тоже не сработает, но я хочу попробовать. Ну да, не сработал. Все остальные тоже, в принципе, не особо-то чего-то сработали. Сделаем дриллинг. По ревардам у меня должно быть все нормально, да, 99 остались. Этих ребят трогать уже смысла нет. Ну, тех, кто по 99, так, тут дриллинг. Будем до конца. Давай, конница уже нормальная. Окей, тогда пики остались у нас еще. А, денег уже 1700. Это дриль. Здесь, в принципе, можно еще закупить. Спекшн сделать. Даже дриль сделать можно. Кстати, еду здесь выгодно обменять, но купить, но, в принципе, денег-то у нас мало. Денег мало, мало, мало. Так, хотя Юджин у нас, кстати, гряж городом заведует. Давайте ему тогда все-таки повысим. Или не надо сотни тратить монет. Сотни монет ради единички лояльности, скорее всего. Ага, зато он отсюда все забрал. Да, что-то этот дистрикт... Ну ладно, пока пускай он существует, но в целом, думаю... Давай что-нибудь поищем или найм. Есть смысл? Найме смысла не вижу. Вот 94. Навряд ли он кому-то дастся. Ну что-то поищем. В принципе, этот город для нас более-менее свежий. Вдруг что-то найдем. Так, кстати, новый офицер, он не здесь, да? Скорее всего, к Любею переместился. Это Призонер, само собой. Да, к Сушу. Ну и Жоуканг, Призонер. Но пока этого не уничтожат. А. Это и все. А, точно. У нас же там бой идет. У нас идет бой. Смотреть, как у нас. Да, не ожидал я, кстати, что Матенг таким сильным. Вообще, кстати, я хотел сказать. Я не ожидал, что Сунце и Цао Цао так плохо будут поступать. Ну, в целом-то они сейчас. Он опять хочет обкружить? Я просто не понимаю. Видимо, да. Тактика работать уже не хочет. Ну, как видите, интеллектуалы наши не срабатывают. Давайте. На самом деле, вот по поводу тактики, тоже там писали в комментариях, то, что в какой-то момент я не использовал огнестрелы. Проблема в том, что тут некоторые тактики, они... заставляют юниты передвигаться, и из-за этого порой тактику, именно тактику залучников я не вижу выгодным использовать. Порой просто хотя бы просто пострелять, потому что это, ну, скажем так, более выгодно. Так как ответного урона не получают наши люди. Использовать раш, я думаю, тоже нет смысла. Давайте просто ради интереса. Раш это же то, что может смутить, насколько я помню, правильно. Ну, если я прав. Навряд ли это... Почему удалось? У Бужи какой-то скилл. Нет, у него скилл для башен. У Жанфея я сомневаюсь. У него копья сильнее против пик. Но здесь два отряда копий. В принципе, тогда еду за эти отряды уже тратить я не вижу смысла. Смутить они никого не могут, а значит, в принципе, им тут и делать нечего. Давай тут апгрейд, маркет, покупаем. В Сунце мы, в принципе, разбираемся и тут же выходим с Ван Лангом разбираться. Думаю, так как-то. Как-то так-то. Пока ничего закупать не буду. В принципе, хотя денег мало, на самом деле, так что там... Не вижу смысла. Тут я отлично, конечно, привел. Тут даже... Сколько? 15 тысяч, 25. Да нет, 25 нормально.
А, эти, кстати, вернулись двое. Ну тут только Люк Шуна можно дать. Так, а по поводу эмплоя. Нифига себе, сколько народу-то высыпало. И все они, кстати, в Рунане. О, почему? Рунан типа их дома родной. Офигеть, к Сухуанга мы смогли нанять? Серьезно? Ну тогда давайте сразу же ему какой-то предмет. Любей у нас сидит дома, поэтому... Давайте вот такой дадим. Value у него 12, я думаю, он побольше лояльности и даст. Для Ксухуанга. Так. Ну, все равно ему, конечно, деньги. Мы... Давайте выдадим. Чёрт. Цер все-таки очень мощный. Мажонг. 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 Так, насчет Симэй. Я, конечно, его не люблю. Из-за того, каким он был, скажем так, по истории. Ну, как, ну там, как, каким он был. Какие записи о нем сохранились. Мне не сильно нравится то, что он предал своего господина и, скажем так, турнул его потом. Такие люди мне не сильно нравятся. Но проблема, что сейчас, вот в данной ситуации, мне, в принципе, даже он бы пригодился. Хотя, забавно, это такой же логикой обладал Цао Цао, когда брал его. Вижу Хан Йин, Ваня, с маленькой лояльностью. Ну, тут два хода, я думаю, вы бы сказали, что очень глупо отправлять, поэтому, получается, отправлять не будем. Жухуан, кстати. В Жанье, но он Жанье, там у меня куча людей. Симаи, получается, попробуем нанять. Кстати, он не хочет. Еще раз пробуем? Нет, не пробуем. Мажонг тоже нет. Понятненько. Так, тут у нас кто-то сидит, да? Уже с 92 лояльности. А ну-ка, нет, все еще ему пофиг. Может быть, за Симаи кого-то отправить? Два хода. Пока еще два хода будем точно разбираться с этими. Давайте направим и за вторым тоже направим. А мажон какой-то чел. А Симаи? А, тут тоже, кстати, немного кто может его нанять. Тут рекруты. А, на инспекшн уже не хватает. Так, тогда нужно будет обязательно инспекшеном там заняться. А, кстати, вы... Да, точно. Нужно было отсюда попробовать. Скорее всего, эти ближе, чтобы Симаи нанять. А ну-ка, сколько будет ходов? Один, скорее всего. А нет, также два хода. Также два хода. Хотя мы отсюда все равно попробуем, наверное. Кто у нас тут? Знаете, как будто он знает, что я его недолюбливаю. А ты? Тоже нет. Понятно. Так, понятненько. Ну тогда давайте действительно попробуем кого-нибудь направить отсюда еще плюс. Вдруг у того офицера не получится, а получится у этого. Ну и за мажонгой. И за мажонгой кого-то направим. Так, 2600 есть. Так как этот уже смущен, тут уже, в принципе, большой разницы я не вижу. В том, чтобы... Ну, кем он имеет в виду бить? Ну да, он просто окружает. Может, ему не мешать, он бы сам развалился бы. Ну, думаю, Гуан Ю уж точно уже его снесет. Да. Сун Джиао. Третий сын Сун Джинга. Нормально, в тюрьму. А Жоутай, к счастью, фигней страдает, поэтому мы его довольно неплохо таки подпинываем здесь. Так, что у нас по потерям вообще сейчас есть? Пики. Уже 6700. Копья, 5. Кавалерия.
Деньги у нас, в принципе, и так уже есть. Вот давайте на аркопии немножко купим. 4000. Поэтому я решил купить именно копии. Так, лояльность. Так, суть, я что-то хотел, да. Хотел инспекшн сделать. Хотел инспекшн сделать, поэтому я его делаю. Дриль, кстати. Пускай тоже повысим. 53 тысячи. Ордер 83, конечно, 89. Поэтому лояльность у этого падает, который... Главное. Почему Лубу сюда всех переместил? Не понимаю совершенно. Кстати, Цао. Столько людей, я, конечно. А, кстати, Тайшицы точно, что там плыл. Я про него забыл. Я помню, что он плыл, но уже успел забыть. Жуги Джин. Ван Гвей в итоге нанял Симаи. Ну да, он просто в любую хочет город ковать. Не факт, что этот идет на нас, опять же. Да, голда 1600, идет дальше строить. Но это, кстати, умно. Умно. Пока его просто стрелами атакую, ну, его уж точно не должны будут убить, я думаю. Вообще урона не получил. Так, тут бридж, навряд ли тоже они его уничтожат. Нет, уничтожили. Так, ну значит, тогда идем дальше с Тайшицы драться. В принципе, он будет для нас тоже проблемой здесь. Что, кстати, этот парень? Ну, он не сильно меняется. Мажонга. Правим пока за Мажонгой, потому что нам еще теперь с Тайшицы нужно будет разобраться. Хотя, в принципе, может быть, Мажонгу здесь кто-то наймет. Сухуан, да. Нужно было здесь сразу же. Согласен, это была ошибка. Согласен с вами в очередной раз. Была ошибка. Кстати, копий. Подкуплю немножко копий здесь. Проверю ревард на всякий случай. Да, Мажонга и Симаи нуждаются в деньгах. Ну, Юджин пускай тоже получит. День каких-то предметов давать я им, наверное, не буду. Ну, Мажонге уж точно не нужно, а на Симу у меня вроде бы ничего такого и не... На дебаты вроде бы нет. У нас у Жугилу, но мы ему давали, чтобы его лояльность у нас была получше. Как и Люшуну. А для дуэлей, в принципе, Симаи я смысла не вижу, что давать, поэтому... Поэтому нет. Мы, кстати, сюда, когда Нар прибудет, он, скорее всего, будет главным в этом городе. Так, давайте рекрутов. Инспекшн. Я проведу. Так, в принципе, мне почти теперь уже нигде ничего не нужно делать толком, потому что денег в основном... Ну, здесь можно еще немного людей подкупить. Нам только в Джианье остается, получается. Не знаю, нам что-то надо делать. Нет, вроде бы нет. Давайте просто в Search. Или просто сохраним эти очки. Боже, здесь болото, да? Да, свамп. Очень долго будет, конечно, он идти к нам. Да и мы к нему тоже, кстати. Суэжзонг. Лусу хочет нанять. Ну, с учетом, что это Лусу, то у меня есть шансы. У меня, в принципе, есть шансы его нанять, собственно говоря. 58. Ну, что-то, конечно, не сказал бы. Ну да, у него всего 3. Принзи. А, уменьшит свой собственный... А, увеличит свой собственный, скорее всего, гнев. Так, тайм у него есть, поэтому давайте софистику используем. Чтобы 100% отразить. Ну, тайм у него S. Это... А, переменилось резко на факты. Ну, зашибись. Факты у нас тоже, в общем-то, хреновые. Обновляет, ищет что-то. Слишком мало, поэтому, скорее всего, он тут бой будет довольно быстрый этот. Сами факты у нас, конечно, хреновые, но... А нет, он нашел что-то.
Да, почему-то Лусу дают имена и СС, это что самое слабое, если я не ошибаюсь. Интересно. Да, вот М, и мы тут же проиграли. Почему нам не дают? Теперь он выбрал тайм. Нормально. А парень-то заставляет себя прям уважать. Ничего ему не могу нормального сделать. Давайте проигнорируем, что он скажет. Это также его гнев повышает. Не очень выгодно у нас. Факты, факты. Обновим, может быть, все-таки факты нам дадут, наконец-то, чтобы мы могли. Серьезно, а ему дают лучше. Ну вот вам и легкий бой. Серьезно, в итоге это бой нелегкий, скажу вам. Но у него фактов нет, у него есть Гуил. Гуил и... ну... не. Давайте тайм применим. А он обновляет. Окей, окей. Факты так факты. У нас, к счастью, получше. У него, кстати, гнев легко набирается, я так понимаю. А, я он автоматом еще удар... Ну ладно, все. Буду я проиграю. Кстати говоря. Просто не дают нормальные, скажем так, карты. Тайм. Зашибись. У него тоже тайм есть. А, S. Опять S. Можно уменьшить его гнев. Не знаю. Давайте попробуем. Слушай, в гневе этот парень дикий. То, что он слабый, это на самом деле обманка в итоге получается. Лой КС, ну, скорее всего... А нет, у него тоже слабая. Вот Люсу в гневе не наносит три раза просто удар на халяву, потому что... Минус на логику, но в принципе у нас есть минимальные шансы. Это даже не минимальные. Выиграли в итоге еле-еле. Мерсию, хотя он все равно будет ранен, как я понимаю. Но спецом добивать я его не буду. Да, легкий бой превратился в сложный. Ну да, видишь, он тайр. Примерно все равно условно, типа устал, раненый будет. Блин, а может быть Тайши Ци, кстати, забить, потому что нам за ним идти просто. Хотя тут болото кончается скоро, начинаются... Террафор. Это Форест, лес. Да, бегать нам за ним, кстати, реально очень долго. Мы будем кучу еды тратить. Наверное, я тогда не побегу за ним. Сейчас сказал, почему. Может быть... Конечно, это не очень выглядит, но что-то не хочу. Мне кажется, это не очень вариант хороший. Так, инспекшн нам здесь нужен? Да, по сути, нет. Кого-то нанять мы можем. Блин, Джоу Канга забыл. А, минуточку. Он от кого-то другого ко мне пришел. Окей, понял. Этого мы не можем, но он здесь сидит. Да. Разумеется, нужно его отсюда пытаться переманивать в первую очередь. Люшун попытался, но не смог. А Сун Кин смог. Чё, по ревардам, кстати. А нужно ли нам отсюда деньги тратить? Надо посмотреть. Тут 2900. 3300. Понятно. Тогда давайте из Шоучуна потратимся на всю эту вещь. Ранги давайте повысим, кому можно. Там же у нас новые люди появились. А, кстати, Симаи не стал. Он же здесь должен быть.
Вот странно. Разве Симаи не сюда пришел? Сюда? А, да. Что я думал, что я его другим городом. Оказывается, вот этим. Допустим. Так, строительство, все остальное у нас закончено. Теперь нам остается только продрилиться, и в принципе мы можем спокойно идти и... что я хотел там. И да, и нападать спокойно мы можем. Вот что я хотел. Хотел напасть. Так, конница. Ну, конница, в принципе, не думаю, что прям нужна. Что-то можем купить тавр, но не можем же гернауту купить. По моменту я не сильно понимаю. Так. Давайте еще копий купим, чтобы было их десяточка. Их будет 11 даже. Ну и все. Эти деньги мы поставляем. Что у нас тут по аутфиту? Ну, кстати, тут со скидкой продаются почему-то Джиггернаут и Тауэр. Не знаю почему. Этот город связан... А, он с осадкой связан. Ну, теперь знаю почему. Точнее, у него бонус типа на осадку идет. Так, ну давайте пик тогда подкупим. По поводу ресерча. Ну, у нас денег немного. 2000 я не хочу тратить. Тоже 2000. Этих, в принципе, больше, но... Сколько тут изучения стоит уже? По 1000. По 2, точнее. Это уже слишком много для этого города, поэтому тоже... Пока нет, пока нет. Это, конечно, может, в принципе, нам привести немножко еды и денег. Ну, типа, посыльный такой. Он у нас посыльный. Так, кстати. Денег у нас, опять же, не так много. Эти очки изучать дальше. Адмирал. Не знаю, насколько нужен мне адмирал. Давайте пока вот эти вот в серединке изучать. Насчет использования, как я и говорил, не очень знаю кому, так как здесь ограниченное количество. То есть вар, допустим, повысить. Ну, Хуанжонгу можно было бы, но видите, вар ему нельзя. Игра считает, что такому офицеру вар не нужен. Вот он тоже считает, что не нужен. Тоже не нужен. Тоже не нужен. Может быть, здесь что-то нужно, чтобы можно было, потому что тебе можно вар повысить? Тоже нет. Ну, тебе, допустим. Вот его можно, а зачем ему? А выше тебя? Нельзя. Интеллект. Интеллект, в принципе, можно было бы, Люда. Он все-таки у нас морской такой офицер, кстати говоря. И чтобы ему голову сильно не кружили, почему бы и нет? Думаю, нормально. Именно его выбрать для этой цели. Так, дрит. Закончим. Ну вот, наконец-то на Нарунан тоже нападает. Но опять же будут идти долго. А. А этих я что, прошляпил? Серьезно? Каким образом? Так, ну ладно, значит теперь в Рунане-то есть повод посуетиться. Посмотрим, чем мы можем обороняться. Вот теперь тут два крутых офицера, даже присылать я никого не вижу смысла. С интеллектом не так хорошо, но 84, в принципе. Так, что там нас атакует? Две конницы и третья конница. Серьезно, три конницы. Да, вот это, конечно, немножко неожиданно. Тогда давайте копии купим. Это я вижу наиболее правильным решением данной ситуации. Пенк. Просто строится. Хотел бы мне 50, ну, допустим, я 30 бы тысяч отправил захватить Бэйха.
Ну, если получилось бы, конечно, голову кружить. Да, тут, в принципе, Диачан даже высоким интеллектом не обладает. Проблема, что вот этими ребятами я не сильно смогу помочь. Тут, в принципе, есть люди. Но им нужно будет почти 9000 перед этим уничтожить. Там прикол весь. В чем основной весь прикол? Так, тайшицы пока долго будет переться к нам. Тут давайте дриль. Ну, в принципе, на следующий ход можно и напасть. Блин. Уже час 24. Извиняюсь, затянул. Так, друзья, ну что ж, пишите комментарии по поводу того, что я больше размышляю над ходами. Очевидно, я опять где-то заметил ошибку. Ну, тут, кстати, такой момент, когда ты сам играешь... По мне сложнее сконцентрироваться на самом деле. То есть я все равно где-то там прошляпил тут, получается. И вот этих двоих, кстати, я прошляпил. То бишь, вроде бы сообщения о них я не видел, но почему-то я их прошляпил. Не понимаю, как это случилось. На сообщение, ну, в этой серии на сообщение я реагировал максимально по возможности. Так, цел здесь ничего не делает. Так, в общем, в следующем эпизоде будем пытаться захватывать Бу. В принципе, по идее, он тут, конечно, 5000 скопил, и у него еще здесь 6000. Но это не должно быть выглядеть. Сложно. Ну, по сути, это нас должно уничтожить просто на изи бы. Ну, я, кстати, уже 4 человека из 5. Возможно ли кого-то у него переманили, или он сюда перекинул. Тоже вероятность есть. Ну, только Ксушенк хороший воин более-менее, а так, по сути, и все. Ритуалов мощных тоже нет. Так что у нас должны быть неплохие шансы. А на этом, в общем, всем спасибо за просмотр. Можете написать комментарий, гневный или не очень гневный. Подписаться на канал, тоже в гневе, возможно, или в радости. Вдруг вам сейчас хорошо. Времена тяжелые, на самом деле. Надеюсь, вы не унываете. Ну, также надеюсь, что завтра будет новый день, и мы с вами обязательно увидимся. Всем пока-пока.